За высоким забором уже видны элементы будущего здания. Каковы именно, местным жителям остается только гадать. Территорию около дома номер 17, корпус 1, на улице Интернациональной, огородили больше месяца назад. Однако опознавательных знаков так и не появилось. Со всех сторон забора отсутствуют какие-либо таблички. Управляющие компании от ответа уходят. Люди возмущены, особенно вот первые, вторые этажи здесь. Потому что, сами понимаете, расстояние минимальное, то есть... Люди сейчас все, ни света, ничто не будет в квартирах. Народ возмущается, никто на какие вопросы не отвечает. До ближайшего дома действительно около 15 метров. Раньше эту территорию занимал небольшой парк. Местные жители приходят сюда гулять с домашними любимцами и играть с детьми. На месте постройки был зеленый участок с газоном. Через него проходила асфальтовая дорожка. Теперь аналогичную сделали из плитки в 2 метрах от прежнего. Сначала нам построили вот эту дорожку, а потом уже отделили. Мы так и почувствовали, что-то будет. Только что здесь строят, мы не знаем. Говорили, будто бы магазин, а может быть и нет. Это, так сказать, разговор. Местные жители написали заявление в прокуратуру и обращение к губернатору, но ответов пока не получили. Они предполагают, что у них под окнами построят очередной магазин. По словам местных жителей, раньше это была муниципальная земля, и они хотели сделать на ней парковку, однако получили отказ. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».